So you want to be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Я пришел к своему корешу Саня, чтобы взять его ашам на прокачку. Он даже ни о чем не подозревает. Сейчас мы ему дозвонимся и вытащим его на улицу. Это кто? Это экс Игорь Прайм. Я пришел, чтобы прокачать твой велик. Не, чувак, я тебе не верю. Вали отсюда. Ты тычешь, набирай заново. Да, что тебе надо? Ну, это Игорь Прайм, я пришел, чтобы твой велик прокачать, чувак. Че, реально? Эй, мама, это Игорь Прайм, он пришел забрать мой велосипед, этот день настал! О-хо-хо-хо, это же Игорь Прайм! Это Игорь Прайм, это Игорь Прайм, мама, это Игорь Прайм! Мама, это Игорь Прайм, это случилось, блядь, чувак, привет, привет, чувак, блядь. Что за ашан ты привез? А, это когда-то мамка моя продуктами затаривалась, короче, и ей подарили вельчик, вот. Вообще велохрень. Ну, что ты там, расскажи нам про свой ашанчик поподробнее. Ну, короче... Самое примечательное в этом велосипеде, это, конечно же, дисковый тормоз. Дисковый тормоз? Он один, он настолько оригинальный, что он всего один. Сзади такого нет. Ни у кого больше такого нет. Охренеть. Я так думаю, да. Вот. Еще очень много амортизаторов, как видишь, тоже. Очень много амортизаторов. Велосипед, самый крепкий велосипед, просто ушатать нереально. Все тёлки, просто все тёлки мои, все тёлки. А вот у тебя на раме написано 7005, что это означает? 7005 тёлок. Ё-моё, это ты на нем зацепил, ну, 7005 тёлок? Если бы у меня был стелс, может быть, около 10 тысяч бы потянул. Но, к сожалению, это его предел. Хераси, а чё ты... Я хочу прокачать свой велосипед. А чё ты его хочешь прокачать? Вот именно поэтому, вот потому из-за этой цифры, да. Потому что тёлки больше не хотят. Хочешь, чтобы 10 тысяч было? Да, хочу, как можно больше. Я понял. Ну, хорошо, тогда мы качнём твой байк. Я забираю его на West Trash на Customs. Всё, пацан, он твой. Всё, давай, брат. Я тебе верю. Ой, чё ты делаешь? Be a player, but your wheels ain't fly. You got it. Oh, это что вообще? Значит, вот проект этого байка. Мы его напичкаем по максимуму. Мы занизим этот байк, поскольку низкие тазы всегда в моде. На этот вел мы поставим подсветку, звуковой сигнал и фляжку. Вот мы и прокачали этот велик. Теперь мы ждем Александра. Он придет забирать свой вельчик. Вот. Вот он уже идет. Я вижу его. Сейчас мы посмотрим его эмоции. Ну что, здорово? Привет, Игорь Прайм, привет, здорово, пацаны, здорово, здорово. Короче, мы качнули твой байк. Сейчас ты его заценишь. Ну что, пацаны, покажем? Мать твою, че ты наделал? Блин, какой он, слушай, какой он бомба, блин. Че ты с ним сделал? Чувак, блин, спасибо, Игорь Прайм, спасибо.
это замечательный велосипед. Давай я тебе покажу, что мы в нем замутили. Короче, первое, что ты заметил, наверное, мы его занизили. Мы поставили сюда 20-е колеса. Это гениально. Мы поставили 20-е колеса, установили тебе флягу. Вот. Черт, блин, флягу теперь я смогу бухать. Мы установили тебе передний моргунчик. И мы установили тебе самое главное. Это же звон. Можно я попробую, да? Давай. И, а это что такое? И самое крутое в этом звонке — это поворотное зеркало. Черт возьми, это же мое лицо. Это поворотное зеркало. Но это еще не все. Еще мы тебе установили неоновую подсветку. Зацени-ка. Йо, теперь я смогу кататься на Night Ride. Спасибо, Вестроещина Кастом, за то, что прокачали мой ашанчик. Давай обрати меня. Спасибо, Игорь Прайм. Теперь ты официально прокачан. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to hit us up.